все в норме. Последний осмотр автомобиля перед началом соревнований. В прошлом году экипаж пожарной части Уликольского района был лучшим. На этот раз подтвердить почетный статус приехали новички, у которых есть свой секрет успеха. Чтобы победить, надо соблюдать правила соревнований, требования, правила, соблюдать ПДД, технику безопасности. А к подготовке соревнований, конечно, каждый участник в свое время готовился. Готовили технику, ПТВ, все готовили. Но прежде чем приступить к практической части соревнований, пожарные должны сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Процедура практически ничем не отличается от зачета в автошколе. Те, кто не сдали, не допускаются к практическому экзамену. Кутмагомбетов ПЧ-22 сдал. Мурзабеков ПЧ-14 сдал. Леулин ПЧ-21 не сдал. Удельбаев ПЧ-12 не сдал. В этом году показать себя и попробовать доказать всем, что ты лучше, решились 53 человека. Это водители всех пожарных частей Кустанайской области. Чтобы победить, всем участникам соревнований по скоростному маневрированию необходимо пройти 11 этапов. Все они по-своему сложные. Но именно эти навыки пригодятся водителям пожарных машин в их обычной работе. Примечательно, что в этом году изюминкой соревнований стала погода. Сегодня, несмотря на погодные условия, в принципе, то, что идет дождь, соревнования все равно мы проводим, так как выезд у нас в любое время, независимо от метеоусловий. Зима, лето, весна, осень, значит, день, ночь, водительский состав, соответственно, личный состав обязаны выехать к месту вызова. Кроме водительских навыков, пожарные должны показать, как они умеют работать в команде. Для этого им необходимо освоить боевое развертывание. Организаторы отмечают, это самый сложный этап. Это последний этап, на который уже, пройдя машина все этапы, подходит, значит, и производится боевое развертывание. Боевое развертывание производится силами двух человек, она в укороченном состоянии, значит, происходит, водитель и боец. Значит, водитель устанавливает машину, значит, на открытый водоисточник. Путем забора воды из открытого водоисточника и подачи его в рабочую линию фиксируется, значит, секундомером на момент выхода воды, значит, из ствола. Но, как и во всех спортивных состязаниях, здесь также есть и победители, и проигравшие. Одним достаются ценные подарки и звания лучших, другие просто рады участию. В любом случае, отмечают организаторы соревнования, потерпевшие неудачу участники приобретают бесценный опыт и закалку. И кто знает, быть может, в следующем году именно они завоюют почетное звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию». Алексей Бесарнов, Артем Грапов, РТН.